Привет, друзья! Привет, дорогие подписчики! Сегодня 25 февраля. У нас сегодня был снег. После столько хорошей погоды опять у нас стало зимой. Ну, я с утра пойду на работу. Не успел днем сделать видео. Утром пойду на работу, приду вечером, поэтому не успел. Ну, у нас такой час природа. Не очень крепкий снег, но все-таки холодно, -2, -3 уже у нас есть. Вчера я бросил на свои пчели почти 80 суш, которые я сохранил зимой с помощью уксуса. Я их уже 80 штук уже дал на свои пчели. Открыл первый пакет суши, который я сохранил. Ну, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал. Вот такой природа, такой погода сейчас у нас 25 февраля. До встречи!